Так все получилось. Все работает. Первый режим — температура, напряжение. Второй режим — скорость, пока 0, но он показывает. Третий режим — двери. Открываю переднюю левую. Открываю переднюю правую. С другого конца. Открываю заднюю левую. Если открыть в любом другом режиме, ну, допустим, в этом, то пока по-старому. Вот. Будет переделан на новый. По умолчанию идет первый режим.